Доброго времени суток, дамы и господа! Имею честь предоставить вашему вниманию сцинтилляционный радиометр поисковый SRP-6801, серийный номер прибора 3355, год выпуска 1988. Итак, в комплекте поставки, как вы можете наблюдать на ваших экранах, идет непосредственно сам радиометр SRP-6801, а также телефоны головные типа TG-7M, вот такие вот наушники, попросту говоря, с вот таким вот оригинальным штекером. Ремень для ношения прибора. Ну, вот такой вот ремень с, соответственно, карабинами. Оригинальный заводской деревянный ящик, который в силу громоздкости в кадре не демонстрируется. И документация, которая присутствует в электронном виде. Что значит в электронном виде? Это значит отсканированная, сохраненная в формате PDF полный комплект документов, который состоит из руководства по эксплуатации, паспорта и альбома схем, чертежей и сборочных элементов. Получив такой комплект документов и распечатав у себя локально, и внеся в него серийный номер и год выпуска, который я озвучивал ранее, вы получаете полнофункциональную копию документов, которые, как показывает практика, вполне достаточно для постановки прибора как на баланс юридических лиц, так и для прохождения поверки на территории стран Содружества. Я имею в виду СНГ, а именно Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Узбекистан. Как показывает практика, именно в этих странах этой копии документов вполне достаточно, чтобы прибор без каких-либо проблем и вопросов прошел поверку, государственную поверку. Итак, это касается комплектности поставки данного устройства. Теперь перейдем к тесту работоспособности данного прибора. Включаем прибор. Судя по отклонению стрелки микроамперметра, судя по отклонению стрелки микроамперметра, питание в норме, поэтому переходим в режим измерения, режим 2,5. В режиме 2,5 постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам. Этот режим предназначен для экспресс-анализа измеряемого объекта либо территории. И погрешность в режиме в 2,5 будет больше, нежели в режиме 5. Но и время измерения будет в 2 раза меньше, нежели в режиме 5. Итак, как мы видим по показаниям стрелки микроамперметра, показания прибора колеблются около отметки в порядка 11 микрорентген час. То есть стрелочка пляшет именно около отметки в 11, местами отпускаясь до 10, местами поднимаясь до 12, но мы можем усреднить и вычислить среднее арифметическое, которое будет равно приблизительно 11 микрорентген в час. Поскольку в блок детектирования источники ионизирующих излучений не уткнуты, то это, можно сказать, что это радиационный фон в месте проведения видеосъемки. Переводим прибор в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется уже 5 секундам. Этот режим предназначен для более тщательного анализа измеряемого объекта. И время, затрачиваемое на измерение, должно быть как минимум 5 секунд, либо кратное 5 секунд. Динамика показания стрелки или динамика колебания стрелки в режиме 5 будет несколько более плавная, нежели в режиме 2,5, что вы можете наблюдать на ваших экранах. Но тем не менее, как вы видите, показания прибора абсолютно те же, что мы и наблюдали в режиме 2,5, и равны порядка 11 микрорентген в час. Переведем прибор в режим контроля. В режиме контроля происходит самодиагностика прибора, и если показания в режиме контроля значительно или разительно отличаются от показаний, наблюдаемых в режиме 2,5 либо 5, то можно свидетельствовать о том, что прибор самодиагностику не проходит. Но как вы видите, что в режиме 2,5, что в режиме 5, что в режиме контроля, показания прибора все так же колеблются около отметки в 11 микрорентген час. Возвращаем прибор в режим 2,5 и произведем тест работоспособности звуковой сигнализации. Для этого в левом нижнем углу на пульте мы выкручиваем ручку уровня до появления характерного звукового сигнала. Надеюсь, вам слышна звуковая сигнализация, что свидетельствует о том, что звуковая сигнализация работоспособна в норме. Выкручиваем ручку уровня звуковой сигнализации на минимум, чтобы она нам не мешала в дальнейшем. И произведем тест работоспособности гнезда для наушников и самих наушников типа TG-7M. Подключаем наушники. Подношу наушники к микрофону видеокамеры. И надеюсь, вам слышен характерный треск.
Что свидетельствует о том, что наушники и гнездо для подключения ОНЭХ абсолютно работоспособны. Теперь произведем тест работоспособности прибора на контрольном источнике. Попрошу обратить ваше внимание, что, к сожалению, данный прибор не оборудован креплением контрольного источника, но, тем не менее, если необходимо, то контрольный источник будет поставлен. Будет в поставке по желанию покупателя. Итак, в качестве контрольного источника в радиометрах серии СРП выступает контрольный источник типа К3А. Вот он. Вот, с помощью его мы будем и тестировать. Как вы видите, показания фоновые порядка 11 микрорентген в час. Если мы установим контрольный источник на блок детектирования, то мы увидим, что прибор реагирует на данный контрольный источник, и показания прибора повышаются, и в данном случае составляют порядка 20 микрорентген в час. Если я заберу контрольный источник, то, соответственно, показания прибора будут падать к фоновым 11. Если приближать контрольный источник с какой-либо стороны в месте сцинтилляционного кристалла, нахождения сцинтилляционного кристалла в блоке детектирования, то мы можем увидеть, что показания прибора будут увеличиваться. К сожалению, данный контрольный источник, как и все контрольные источники типа К3А, основанные на изотопе кобальта 60-го, имеет достаточно небольшой период полураспада, 5,27 года, поэтому, учитывая возраст данного контрольного источника, он будет работоспособен или применим для проверки работоспособности прибора на первом, самом интересном и самом наиболее часто используемом поддиапазоне. На остальных диапазонах нужно иметь более мощный контрольный источник. Но этот источник вполне достаточен для первого и, наверное, второго даже поддиапазона. Итак, мы проверили работоспособность прибора как на фоновых значениях, посмотрели работоспособность гнезда для подключения телефонов головных, посмотрели работоспособность звуковой сигнализации, проверили срабатывание прибора на контрольном источнике. В принципе, все тесты проверены, поэтому можно выключить прибор и перейти к осмотру внешнего вида прибора. Итак, как вы видите, прибор находится в идеальном состоянии. Есть локальные повреждения лакокрасочного покрытия размером 1 мм на 2 мм вот с этой стороны. Вот, вот здесь вот раз, два на углах. Чуть-чуть повреждено лакокрасочное покрытие в основном, ну и здесь вот. То есть, локальное повреждение лакокрасочного покрытия, в основном лакокрасочное покрытие находится в идеальном состоянии. Ручки переключения поддиапазонов и режимов тоже находятся в идеальном состоянии, не повреждены в результате механических воздействий или каких-либо химических процессов. Значит, вид сбоку. Вид снизу. Есть 4 резиновые ножки. Вид с противоположной стороны, со стороны крепления шильдика. Еще раз повторю, серийный номер прибора 3355, год выпуска 1988. Вид с тыльной стороны и вид со стороны подключения батарейного отсека. Батарейный отсек находится в идеальном состоянии. Каких-либо окислов, либо следов оставления элементов питания и затем характерных химических процессов, то есть, когда элементы питания начинают течь в блоке, в батарейном отсеке не обнаружено. Теперь пройдемся по шнуру. Шнур, как вы видите, тоже находится в идеальном состоянии. Если его перегибать, то трещин он не показывает. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде прямой трубы без телескопического механизма. И, как вы видите, по состоянию металла абсолютно нет никаких признаков механических воздействий, царапин, вмятин и тому подобное. Имеется защитный резиновый колпак на блоке детектирования. Вот такой вот СРП-6801 предлагается вашему вниманию. Если вы заинтересованы в приобретении данного прибора, контактируйте. Контакты есть в описании к данному видео. Всем остальным я желаю всего хорошего, благ и удачи. До новых встреч!